Класс. Билетики подъехали. Ну, это значит, что открытие билетов с братом уже совсем скоро. С братом чьим? С братом Дрейфойера. Всем привет. Смотрите это видео, красавчики. Попали на мой канал. По-любому. И сегодня мы проходим The Wizard Attack Awakened Quest. Да, кошмар. За Ичига. Весь. Когда-то мы с вами проходили Эспада Челлендж за Ичига. Второй годовщины. Полностью, все атрибуты. Сегодня все атрибуты за Таймскип Ичига. Да, наконец-то The Wizard Attack, я его заждался. И вот в такой сборочке, интересный, без потери фокуса мы поиграем. Теншинтай, пилюлечка и Хаори. И три линка. И один из них Damage Inflicted Full Stamina плюс 20 и сохраняющий Strong Attack Damage. Ну что же, не будем тянуть. И давайте начнем. Возьмем себе бонусы. Так, какой у нас атрибут? Против какого? Против фиолетового, значит, берем оранжевого. Фу, наоборот. Против оранжевых. И берем фиолетовый. Все правильно. Ну, нам-то без разницы. Мы зеленый, так что... Мы-то с вами будем бегать. Так, а... Если будут нажатия по экрану опять слышны, то уж простите. Придется вам с этим... Придется вам с этим жить. Ой. А, это все, что ли? Так. Воу. Как вас много здесь, падлы. Оп. На! И все. И минус вся пачка. О, ща мы треть. Нет, подожди, надо сбить им броню. Ладно, они сдохли. О. Отлично, побежали. Давай. Ичига, ты справишься с этим. Кто, как не ты, справишься с этой задачей. Бум. Ну, просто зверь. Давай вот эти вот сразу. Ну, красава, что сказать. Так. Вау. А у меня не фуллскрин, кстати. Еще раз. Две ульты у нас есть, две ульты мы используем. С холодом прошли, не помню, кто не заметил. Тьфу, даже минуты не прошло, ё-моё. Вот это класс. Вот это класс. Фиолетовый атрибут, значит, берем оранжевый. Возьмем Камамур. Ой, бонусы не взял, ладно. А так бы было на 10% больше всего. Ну, кроме СП. Но СП нам и так до жопы у меня, поэтому плюс 10% не нужны. Так, ой, все, подохли уже. А я-то думал, еще останется пачка. Ну, а то есть, смотри, оранжевых он с первого удара бил, а фиолетовых нет. Ичига, ты меня расстраиваешь. Надо так. Бум. Ай, да это выход, я думал, кто-то живых остался. Но никто не остался в живых, потому что машина для убийства пустых уже здесь. Давай, ну-ка. Так, ну где там еще пачка? Вот они. Уничтожаем их. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тес, подожди. Вот это еще убей. Ну давай. Все, идеально. О, фиолетовый, погоди, может, банкинчика юзанем? А почему бы и нет? Кто мне сказал, что нельзя? Вот так. Ну, а добьем мы. Не попал? Серьезно? Ну да, за экраном там не всегда попадает. Все-таки Гетсуга Теншу не настолько далеко бьет, чтобы за экран попадать. Так. Синий. Ууу, ща будет просто лафа. 30 секунд. Ну ладно, не 30, ну 40.
Возьмем кого-нибудь зелененького. Деда возьмем. Возьмем деда. Надера, который уничтожит этого... Кто там босс-то? А кто босс? Зеленый там кто? Ой, синий. Синий Лиза. Это будет Узи. Воу. Он живой, не видно его. Темно слишком. Так, бух. Бащ. И все. Ну, я так и знал, что еще кто-то будет. Ну да, 30 я вам говорю, тут не успеем. Слишком... Слишком неудобно. Расположены мобы. Ну не, ну на это надо 30 тратить. Полюбас. О, там еще появится. Появится и исчезнет в мгновение ока. Да почему тут нет мобов-то? Сейчас бы все подохли сразу. Так. Бум. Уйди отсюда. Оу, я думал еще один этап, а тут уже... А, Машера. Подожди, Ализа. Воу, полегче, ничего. Ты так, если будешь бить, ты вообще всех можешь убить. Аккуратнее. 55 секунд. Вообще класс. Если тут еще за быстрее, чем за минуту открывались экстремальные, я бы открыл все с первого раза. Ух. Я будь зеленый. За кого идем, против тех и пойдем. Это я имею в виду атрибут, конечно же. Потому что против Ичига такого же я бы, не знаю, выиграл бы, нет ли. Ну, вернуться бы я точно смог. А вот тут выжил бы после атаки, не знаю. Ой. Бух. Еще минус пачка. Что? Как это нет? Ну, вот так. Все-таки да. Давай. Красота. Просто обожаю этого перса. Это просто мощь. Ну ты просто посмотри, что это такое. Ну это ладно, улетает, это ладно. Единственное, реально, что толку не дает в ПВЕ, это понижение атаки. Это просто... Дресня. А вот в PvP раньше она играла очень даже неплохую роль. 30% атаки забирал просто у всех. Ну, вы скажете, ты чё, на красных пойдешь зеленым? Да, я на красных пойду зеленым. Возьмем с собой синего. Ульта будет. Тоже на Ичига. Но не на зеленом, а на синем. А вот, собственно, и он, как вы можете видеть на ваших экранах. Ну чё? Надо успеть все быстрее, чем за минуту пройти. Ичига, ты сможешь? Давай, я верю в тебя, ты сможешь это сделать. Да охренеть, умрёте, блин. Быстрее, чем за минуту, Ичига. Неужели это для тебя невозможно? Красненький-то. Лупануть так. Хорошо. Неужели ты не сможешь? Он увернулся только что, серьезно? Ты увидел это? Он увернулся от моей атаки. Это нехорошо. Это вообще не катит. Так, нельзя, Ичига. Ой, в смысле, пустой. Ичига тут ни при чем. О. Какая интересная пачка мобов попалась. Нет, неужели мы не успеем быстрее, чем за минуту? Это нехорошо. Успеем, если сделаем так. Что? Нет, мы не успеем. Ладно. Почти успеем. А может успеем еще? Подожди. Но нет, не успели, блин. Когда это я умирал-то на Awakened квесте? Вообще, что за бред? Дангай в откате был? Чего? Ну, сейчас точно убьет. Блин, не успели. Ладно, ничего страшного. Да. Все. Awakened. Кошмар пройден на 150%.
Превьюшка. Награды и задания. Задания выполнены. Уровни пройдены. Награды получены. Ждите открытия билетов. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Bleach Brave Souls. А с вами был на связи DraveFoyer. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте оставлять свои комментарии. Следуйте по всем ссылкам, которые есть в описании. Если смотрите видео, которое будет показано на ваших экранах, не забывайте поставить колокольчик, и чтобы уведомления о новых видео приходили вам постоянно. И, конечно же, смотрите плейлист с этой игрой. Всем удачи и всем пока!